Дело в том, что у меня все детство в корму прошло, в общем-то, это действительно так, у нас никогда не было дачи, ничего, и поэтому это для меня родное место, и если там все будет так, как было, но, и, естественно, учитывая все-таки 21 век и немножко уровень комфорта и так далее, должен уровень жизни немного другим, то, по большому счету, я его, если честно, никогда украинским не воспринимал, несмотря на то, что, в общем-то, я об этом вспоминал только тогда, когда надо было идти и менять деньги, вот, и, по большому счету, я там была год назад, но в мае, как раз сразу после присоединения. И там, конечно, они были еще в такой эйфории, и было ощущение, что немножко на другой планете оказалась. Но я думаю, все будет хорошо.